Скажите, а если мы аннулируем соглашение с Евросоюзом, то будем ездить опять по визам в Евросоюз, в страны Евросоюза, или как это будет? Они не взаимосвязаны. Соглашение об безвизовом режиме и соглашение об ассоциации, они не взаимосвязаны. Есть десятки стран, которые имеют безвизовый режим и не имеют договора об ассоциации с Европейским Союзом. Поэтому это не связано. Мы приветствуем безвизовый режим с Молдовой, я объясняю почему. Потому что до того, как мы получили безвизовый режим, люди получали румынские паспорта. Не потому, что они хотели быть румынами, потому что им нужно было паспорт поехать в Европу. Поэтому безвизовый режим для нас хорошо. Но европейская интеграция, вот наше мнение, наше, партии социалистов, четкое, понятное в этом смысле.